Почему снится крыло толкование сна по 90 сонникам? Сборник сонников ассирийский сонник. Если у человека во сне есть крылья и он долго летает, это значит, что в жизни он не твердо стоит на ногах. Важной персоне сон сулит, что удача оставит его. Обычному человеку сон говорит, что он устремляется сам к своему несчастью, а соперник будет презирать его. Если во сне человек долго летает, приземляется, но не может взлететь снова, его положение непрочно. Если же взлетает, то сон значит, что у него твердые основы в жизни. Если человек долго парит над землей, это предвещает, что богатство покинет богатого, а не удачи обычного человека. Если человек летает во сне недолго, сон благоприятен для всех. Идиоматический сонник, быть под крылом, защита, получить крылья, окрылиться, вдохновение, удача, подрезать крылья, помешать, ограничить. Психоаналитический сонник, подрезанные крылья, сдерживание, смирение, возможно, дикие причудливые, но устаревшие понятия и оценки. Стремление, дух, стремящийся к небесам, духовное лицо. Крылатые птицы, не оперевшиеся птицы, птицы без крыльев, духовные устремления, материальные утверждения. Семейный сонник, если вам привиделось, что у вас выросли крылья, как бы не пришлось переживать страх за безопасность близкого человека, уехавшего в длительное путешествие. Приснились крылья птиц, одолейте все напасти и возвыситесь до почестей и богатства. Сно-толкователь крыльями и летать заключенному предвещает освобождение, больному исцеление, здоровому приобретение богатства и возвышение в достоинствах и чинах. Современный сонник, узнайте, что значит, если снится крыло. Видеть во сне, что у вас выросли крылья, предвещает, что вы испытаете страх и тревогу за судьбу человека, находящегося в длительном путешествии. Видеть во сне крылья птиц означает, что в конце концов вы преодолеете трудности, стоящие перед вами, и достигнете богатства и славы. Сонник 2012. Крыло – потребность в свободе, также желание или возможность ее иметь. Необходимость расправить крылья и воспользоваться предоставляемой свободой. Сонник для влюбленных. Видеть во сне крылья означает, что вы будете сильно переживать и бояться за любимого человека, который уедет от вас в далекие края. Крылья птиц предвещают богатство и счастливое замужество, женитьбу. Сонник Денис Лин. Крыло – это великий символ свободы. Пришло время взлететь. Парите над землей, вы свободны. Вы способны преодолеть любые ограничения. Сонник для стервы. Крылья птиц, терпение и трудолюбие помогут завоевать признание окружающих людей и принесут богатство. Крылья у тебя за спиной, сильные переживания за близкого человека. Сонник Дмитрий и Надежда. Зима. Увиденные во сне крылья являются символом вдохновения, а также вашей способности осуществить какое-либо дело. Увидеть человека с крыльями или ангела, или же увидеть, как птица расправляет крылья, знак того, что некие события могут вдохновить вас на большие дела. Почувствовать или увидеть крылья у себя за спиной, если, конечно, они не доставляют вам неудобств, означает, что ваши дела в ближайшее время будут продвигаться легко и свободно. Опущенные крылья – признак душевного упадка. Быть может, вам стоит немного отдохнуть, чтобы восстановить потерянные силы. Птица с перебитым, раненым крылом – знак напрасных надежд. Скорее всего, вы переоценили свои возможности, и какие-то ваши замыслы обречены на неудачу. Иногда этот сон говорит о том, что преждевременно открыв свои сокровенные чувства окружающим, вы рискуете испытать сильную душевную боль, которая выбьет вас из колеи. Подметать крылом – к разводу дочери или сына. Крыло сломанное у птицы – к бессилию. Сонник Миллера. Видеть во сне, что у вас крылья, говорит о том, что вы будете переживать смертельный страх за безопасность человека, уехавшего от вас в длительное путешествие. Видеть крылья птиц или кур означает, что вы в конечном итоге одолеете все беды и напасти и возвыситесь до почестей и богатства. Сонник Атадая. К чему видеть крыло во сне? Приснившиеся во сне птичьи крылья предвещают счастливую любовь и скорый брак. Раскинутые в полете крылья – знак процветания и благополучного преодоления всех невзгод. Птица с подбитым крылом – глубокой печали, вызванной несправедливым отношением к вам человека, которому питаете самые добрые чувства. Сложенные крылья убитой птицы – наяву окажетесь неспособны увидеть свою выгоду в деле, которую отвергнете сразу и бесповоротно. Крылья у чучела птицы, ваши расчеты на приятный отдых не оправдаются. Крылья насекомых, увиденные во сне, предвещают болезни и множество огорчений.
крылья летучей мыши, к несчастному случаю травмам. Если во сне ваши руки превратились в подобие крыльев, значит, наяву будете переживать за судьбу любимого человека, надолго уехавшего в чужие края. Летать на крыльях, как птица, воспаряя все выше и выше над землей, такой сон сулит исполнение надежд, успех в делах и любви. Сонник современной женщины видеть во сне, что у вас есть крылья, означает, что вы будете чувствовать смертельный страх за человека, находящегося в разлуке с вами. Птичьи крылья во сне предвещают, что вы преодолеете все свои беды и напасти, постепенно продвигаясь к состоятельности и респектабельности. Сонник странник о толковании сна крыло по соннику. Крылья – подъем жизненных сил удачи через помощь от кого-то или свыше. Выросли у сновидца необыкновенная творческая удача. Сонник Федоровской во сне у вас выросли крылья, ждите новое место. Если вам приснилось, что крылья выросли у кого-то из ваших родственников или знакомых, кого-то из ваших родственников или знакомых ожидает новое место. Если вам приснилось крылья, перемены будут происходить вокруг, у вас же все останется по-старому. Универсальный сонник, если у вас неожиданно вырастают крылья, значит, вы хотите возвыситься над чем-либо. Над чем? Возможно, пришло время забыть о повседневности и расправить крылья. Крылья могут также символизировать и достижения. Вы чувствуете себя так, будто вы эти крылья заслужили. Видео «К чему снится крыло? Тема сна. Части тела. Общее».